Из Японии в Россию. Марина Накадзима родилась в стране восходящего солнца. Балетом занималась с детства. Однажды познакомилась с японкой, которая училась балету в России. Марина была впечатлена российской школой и 3 года отучилась в столичном хореографическом училище. Решила остаться, но выбрала не Санкт-Петербург или Москву, а Самару. Здесь ей сразу предложили ведущие партии. В спектакле «Наяда и рыбак», который совсем скоро покажут зрителям, у нее тоже главная роль. Этот спектакль очень интересно в том, что наяда превращается в конце на человек, и получается у меня как две роли сразу. Эта постановка – классическая история о любви и предательстве. Русалку и рыбака объединяет совместная страсть, которая и губит их. Это классический балет 19 века, который редко сейчас ставится в российских театрах. Одно из отличий – в постановке много сольных партий. Это классика 19 века, балет, который сейчас очень редко исполняется и в других театрах. И я уверен, что это будет одна из таких жемчужин, которая точно будет привлекать внимание публики. Премьера балета состоится 20 и 21 декабря. Сергей Кизоркин, Семен Безгинов, Максим Гусев. События.